Маленькая частная школа в центре Токио. Основной предмет – русский язык. Учеников набирают по конкурсу. Желающих больше, чем свободных. Я решил своего сына учить русскому, потому что это даст ему больше возможностей в жизни. Я думаю, у него будет преимущество перед конкурентами в бизнесе. В Японии начинается мода на русский язык. Сергей Семенов, Алексей Петров, Павел Волконский, Валерий Севастьянов, Первый канал, Токио, Улан-Батор.